Во Владивостоке для ликвидации последствий непогоды в зимний период будет задействовано 213 единиц спецтехники и более 300 сотрудников муниципального предприятия содержания городских территорий. Также подготовлено 4500 тонн песко-соляной смеси. Был проделан большой объем работ. 180 единиц техники сейчас на данном периоде подготовлено. Это вполне достаточно для уборки городского округа. Также у нас завозится сейчас программа ПСС. Это песко-солевая смесь готовится. По личному составу у нас подготовлены дорожно-рабочие, они у нас приняты, обучены. Глава города подчеркнул, что ведется подготовка для заключения еще одного лизингового контракта. Традиционно работаем с несколькими производителями техники, соответственно, работаем в том числе и с навесным оборудованием от этих производителей. Планируем докупать дополнительное навесное оборудование. Впереди зимний период. Команда подобралась очень крепкая. На протяжении нескольких лет была возможность и поставить адекватный уровень заработной платы для того, чтобы и механизаторы к нам пришли работать, и водители, и, конечно, дорожные рабочие. Предприятие полностью готово. Мы должны встретить сезон во всеоружии. Городская администрация также напоминает управляющим компаниям и предприятиям о том, что необходимо заблаговременно подготовиться к зиме. Каждый из них должен позаботиться о приобретении инвентаря, противогололедных материалов и выделении работников на уборку снега и наледи. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.